Hello, my friends! Димас и Чизиастер снова на связи. И если ты хочешь подкормить контент-мейкера мотивашкой, поставь чизера. Кстати говоря, комменты могут вывести нас в тренд, поэтому пишите, не стесняйтесь, читаю я их все. И по возможности на самые интересные я даже отвечаю. Если у вас нет подписки, вы просто подумайте, что может произойти, если каждый из вас подпишется вот прямо сейчас. Цифра может вырасти моментально до 200к. Сечете, о чем я? А в ВК прямо сейчас проходит розыгрыш на скинчики. Не пропусти. В общем, всем приятного просмотра. Знаете, я тут зашел на сервер. И вы не поверите, что же я увидел. Вы посмотрите вот на это место. Аутпост. Гастейшн. Бандит кэмп. Вы представляете, насколько это суровое место? Я буду там жить. Алло. Вот это он, конечно, снайпер. О, война. То самое место, где мне нужно было оказаться. Я вижу, в кого стреляют. Его убили. Алло. Can I take some stuff if you don't need this? Bye. Thank you. Ух ты. Так, я хочу шоколадки. О, есть шоколадка. Соленье сейчас съедим. Не проблювался, значит, у меня есть шанс выжить на этом сервере. Еще соленье. Нормально, я вообще ни разу не проблювался. Это очень странно. И если я даже от трех солений не обливался, это был знак. Я попал на именно тот самый сервер, который мне был нужен. Hello, you want to see magic trick? You want to see magic trick? Make spear disappear! Понял. Ядки с отбушки. На этот раз меня солени обманули. Я заспавнился и побежал к центру карты. О! Неплохо. Для начала я хочу добежать до этого гастейшна и посмотреть, как там что устроено. И как раз, наверное, я все-таки зафармлю быстренько камушек. Ух ты! Что это? Это готовый дом для меня? Домик я решил забрать. Поставил замок, поставил спальник и побежал исследовать территорию. Чего? I'm Batman. Suck. Изи. Подутав гастейшн, я побежал перерабатываться на аутпост. А, man, drop me, please, man, drop me. You head. I drop you my head, okay? And oil. I drop you pipe, okay? Why no? You don't have pipe. А, pipe, it's this. Nice deal, my friend. Да ладно, мог не потеть, говорить на русском, но ладно. Куда бежит этот тип? What? Ты серьезно? Интересно, у него сильно жопа горит? Офигеть, тут рейдят. Не-не-не, ребят. Я домой. А вот и мой дом. Найс. Жаль, у меня нет патронов. 4 патрона. Ну ладно, револьвер, в принципе, неплохо. До второго верстака мне еще далеко. И так как возле меня было очень много РТ-шек, я не мог их не пролутывать. О, зеленый ящик. Еще МВК. Питон. Питон, я думаю, это турель, наверное. Хотя, может быть, и нет.
Привет. У, нифига. Серьезно? Васильич, вы кто такие вообще? Это нехорошо. А то, что я убежал, это хорошо. Что? Я хочу один раз в жизни поставить ловушку. Просто обычную ловушку. И все, я многого не прошу. Почему я сразу убиваю миллион типов и забираю у них весь шмот? Man, don't touch me, please, I'm naked. Я быстренько скинул свою добычу и вернулся туда уже с двушкой. Goodbye, bro. Куда вы все собрались, я не понял. По-моему, они ищут мой дом. Угадайте, кто не хочет выходить из дома? Я. Я не понял, каких ты бомжей там убиваешь. О, хорош. Кровать. Это мы убираем. А кроватку мы ставим. Меня заинтересовала база руфкемперов, и я решил туда сбегать. И наткнулся на пешечника. Далеко собрался, братик? Тут еще и дроп возле меня падает. Опять я нахожу какую-то клонину, которая живет в арке. Но, ребят, я же не буду вас рейдить, это ненормально. Он на Airfield, что ли, падает? Какая-то перестрелка одноруких сейчас была. Никогда не видел, чтобы дроп сам по себе падал на аэро. Такого не бывает. Сачели? И тут начался какой-то индийский боевик. Я спрятался, меня обходили со всех сторон, но я пытался от них отбиваться. Что происходит? Киборг-убийца. Your friend died, bitch. Все, я не хочу больше с ними драться. Я хочу отстроить себе нормальный дом. Мне больше не надо ничего. Я хочу просто дом.
Я хочу быть мирным. Мирным фермером. Алло. Алло. Место в моем домике плавно подошло к концу. И так как у меня был админский ледоруб, я пошел фермить камень, чтобы обустроить мой дом. Пойду-ка я искать бомжиков. Искать шестеренки, строить ловушку и так далее и тому подобное. Тут вы могли заметить, что у меня появились дополнительные двери и буферка. Да, я обустроил дом, но не записал этого. Угу. Oh no! Why not? Because you are dead! Или нет? Кажется, там кого-то убили. О, привет, ребят, как бы, вы далеко не уходите. О, кабан, привет! Я, конечно, не эксперт, но, пожалуй, я это сейвану. Сейчас бы я нормально засейвил, если бы меня бомжара убила. Еще метальчик, ткань приехала, неплохо. Сачельки. Он меня обманул, это был байт. This guy killed me. Fuck you, man. Fuck you, man. Two guys, three guys camp your base. Three guys camp your base. Go kill this bitches. Two on me, yes, yes. Good job. Yo, thanks for giving us info, man. No problem, this guy killed me. Can you pick me up? I'm friendly. Yeah, for sure. Thank you so much. Good luck. Серьезно, он меня поднял? А говорил я ему, не надо убивать меня этим бомжам. Зачем они по мне стреляли? Да, чекай, Мэрис. Я бежал мимо, да, он ищет тобой. Да, мимо бежал. Да, да, да. Я мирный! За что он меня убил? И тут я понял, что клан Варки — это русские ребята. И это означало только одно. Контент! Hello, hello, guys! Hello, guys! Why you killed Nakeds? Why you killed me, bro? Жестко он. После всех файтов я решил немножечко заапгрейдить свой домик, так как война намечалась у меня лютейшая. Меня не бахнули, это означает то, что можно идти строить мою ловушку. И надо мне, наверное, посмотреть, что там и как у меня изменилось на этом сервере. Мне нужен второй верстак. Ну, этого возле моего дома точно не было. Привет. Скоростная ракета. Ууу. Понял.
Там калашисты, ЛРщики. Чувствую, я будет весело на этом сервере катать. Да зачем ты в меня стреляешь? Я же тоже тех пацанов гоню. Бежим, бежим, бежим отсюда. И тут у меня появился гениальный план. Засейвить пушки в этих ящиках, которые никто практически не лутает. Ёньк. Оставил подарок для каких-то бомжей. Они пытались меня закидать снизу гранатами, но в это время я уже сидел на крыше. Очевидно, я в плюсе. И тут, пожалуй, началось самое интересное. Я начал доставать моих соседей из арки. Братик, лови подарок! Он откис от гранаты! Понимаю. Hello, noob. Вот и скажите после этого, что гранаты это не имба в этой игре. Go away отсюда. You Russian. Ой, нифига, чё их так много тут? Моих соседей было очень много, около 7 человек. И тут я понял, чем же я буду заниматься.
Походу, у нас намечается с вами очень увлекательный геймплей. Как дела? Ты отсюда, скорее всего, не выйдешь, кстати. Походу, я готов делать контент. Да, ребят, опять я буду постоянным вашим клиентом теперь. А он говорил, я оттуда уйти не смогу. Но почему-то я это сделал очень просто удрал. Я схватил все свои компоненты и побежал на бандит-кэмп, на переработчик. И тут меня сразу же заинтересовал очень интересный парень, который на перерабе стоял около 15 минут. Они сели вместе играть, понял? Пока они сидели и играли на скрабчик, я переработал все свои компоненты. И чтобы не вызывать подозрения, я присоединился к ним. Ну, надеюсь, мне сейчас повезет. Повезло. Как только калашист ушел, я побежал следом за ним. Оказывается, он побежал покупать коптер. Ну, бывает. Ой. Кажется, скоро моей хаты не будет. Ты что тут лутаешь? Я не понял. Алло, жук. И с этого момента все пошло у меня не по плану. Кто ты такой, что ты не умираешь от 5 хитов? Да в смысле ты не умираешь, чувак? Они убежали к дому. Я взял с собой МПшку и побежал к ним, чтобы выждать момент и убить их. О, они к моему дому идут. А ты хорош! Красавчик. У тебя там блочка, если что, за хатой. А. Нолик, ну я ж тебе не дам теперь поиграть. Вот видите, не только мне везет. Бомжаре, которая меня убила с композитки, очень сильно повезло, там было очень много пушек. Но меня больше расстроило не то, что я отдал пушки, а то, что я спалил свой дом этим клановым игрокам.
И в этот момент я понял, что если я сейчас не улучшу домик, то потом будет уже поздно. Почему-то я думаю, меня придут сейчас рейдить, и у меня есть план. Они же, как я понимаю, будут рейдить меня... через низ? Блин, у меня лестница есть. У меня есть время. Ух ты, тут все открыто. Кроме гаражки-то. Блин, у него немного дверей, по сути. Плюс я решил сделать себе отстрелку. Я готовился к тому, что меня скоро зарейдят. А-а-а, даже так. Так, мне сразу надо подготовиться. Все раскидать, иначе меня, если придут рейдить, то это габелла. Да. Привет, любимый! Ух ты. Меня терейдить пришли. О, у них пулик, у них пулик. Ого. Бомжара с двухой схватила мой калаш, чтоб с этой ракеты, и начала убегать. Я его догнал.
Там кого-то гантрап мой убил. Жесть. Фу, я просто на последнем мгновенье догнал этого бомжа. И вот знаете, как обычно бывает, я убью всех, и меня убьет какой-то бомж, потому что у меня включился инвентарь. Привет, браво, Раст! У меня по-прежнему в стенке была дырка. Так еще и наверху сидели какие-то бомжи. Ах ты... Да, это мощно. Я похож на шутку? Не вижу ничего смешного. Ах ты... ушлепа. Потом ко мне присоединились пару бомжей, которые пытались отбить мой дом. Спешка нокнул. Есть патроны на Томе, кизи. Нифига себе челик выдал. Вот это я понимаю контент. Ребята, у вас много ракет было? Нет, блядь, мы... Ну, где-то... Не, чел, если по факту, то две строки. Ну, понимаю. Ого. Понимаю. Я только смог немножко утащить. Не, ну там очень много бомжей утащили. И наконец-то я смог застроить эту дырку. У тебя первый верстак или это что за прикол? Да, это первый верстак. Ну что ты, китайоза, давай. Готовься к рейду, сейчас мы тебя придем онлайн и багали. А, хотя нет, двушку. Ну я с него двушку выбил, тиммейту дал, короче. Не, ну ты прикольный, конечно, вообще, ты вообще мужичок прикольный. Чизерку свою там строит, блять, отстрел говно, блять, играет для души, пацан. Я не понял, ты сейчас быканул на мой дом, между прочим. Это комплимент, это комплимент, это комплимент. Да ты шо, ты видел, это корона была вообще-то. Это корона моего дома наверху. Какие планы у тебя на вайп? Нолика вынести. Ты хочешь зарейзить клан, который с пулика, блядь, сидит? Нет, вот этого нолика вонючего, который у меня под хатой сидит. А, как, с которой я сейчас душку убил, который за забором живет? Да. О, здорово! Здорово! О, Чизи! Дай посмотрю на тебя, я уже старый пень, мне 31 год, блядь. Даже не могу, блядь. Ху. О, привет! Ты где? Hello, man. Hello. Привет. Как жизнь? Да вот, неплохо, дырка в доме, ой. Какие-то ребята спалили, где я живу, и на меня напала армия подписоты. Но у меня был план, я хотел зарейдить моего соседа, и они мне все для этого были нужны. Надо с забора начинать, вот, выносить ему забор. Ого. Недолго думая, забор мы решили все-таки выжечь. И дальше начался непонятный трэш, который просто не передать словами. Так, навалитесь камнями на эту, кровать. Ломаем кровать. Блин, и тут гаражка, ну, это неприятно. Уйдите, 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 пожалуйста, выпустите. Меня зажали. Чё там? О, мейн. Неплохо. Хороший товар. Это нормальный такой дом, ух. И тут все жулики начинают все воровать. Воры. Воры. Да вы все сперли! Я предлагаю сломать шкаф. Да ты шо, мы сейчас его сломаем, ты знаешь, сколько бомжей все заберут? Стой. Алло, кто все украл? Кто украл 600 скрабов, признавайтесь? У меня купной рейд какой-то. Купился, все, уходим. Уйди, уйди! Я знаю, кто украл, за ним! В погоню! Ударю-ка.
Жулик! Я нашел жулика! И напоследок я решил сделать им дождик из пушек и раздать все пушки бомжикам. Все готовы? Все, и меня тоже ловите, пацаны. Давай! Ну и все, кто досмотрел видео до конца, вы просто топчики. Спасибо большое вам за поддержку. Ну и если же ролик вам понравился, не забывайте подписываться, ставить колокольчик и ставить лайкосик. Ну и всем пока!